Всем привет, дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. Это остров Кипр. Я сейчас направляюсь в Проторос из поселка городского типа Айянапы. Выехал я в 11 часов 7 минут. Сейчас 11 часов 18 минут. В пути уже 11 минут. Все, я нахожусь уже в Проторосе почти. Да, уже в Проторосе. Едем в супермаркет Lidl. Это бич-закупка номер 2, потому что первую бич-закупку я снимал на экшн-камеру, но на моноподе она была. Надо было с руки снимать. Когда снимаешь на экшн-камеру с руки, намного тряски меньше. На моноподе очень большая тряска была. У меня нету электронного стабилизатора. Ну да ладно, может быть, какой-нибудь подписчик скажет: вот, Сан Саныч, вот тебе стабилизатор свой, мой, бэушный, дарю тебе. Прими в дар, я буду очень рад. Едем в супермаркет Lidl делать бич-закупку номер 2. Поснимаем уже на телефон, чтобы меньше тряски было. Посмотрим, что можно купить в пределах 20-25 евро на неделю еды на одного человека. Да, друзья, пока я еще не стартанул на своем Peugeot. Посмотрите, какая красота, да, просто открывается перед вами. Эти облака замечательные. Все, прям. Так, ну все, мы приехали. Вот этот Lidl, немецкая сеть. Будем производить бич-закупку. Опа, вход переделали. Так, ну первое, что мы... Томаты опять берем. Берем опять томаты. Биф томаты. А есть еще... Берем томаты. И кто из них кто? Так. Так, ну все, вот взял помидорок. Не знаю, правда, сколько тут вес у них. Взвешивают все на кассе. Потому что, чтобы никто ничего не обманывал. Знаете, как в России, когда на кассу подходите, вам перевешивают, потому что мало ли вы что-то там взвешивали сначала, а потом докинули еще сверху 3-4 помидорка. Я знаю, так некоторые люди делают. Так, багет, батон, 0,59, промоушен. Не, хлеб не будем есть. Куда этот хлеб? Вот черненького бы хлеба, но что-то не вижу его тут. Так, все, помидоры взял. Вот он, чебрец. Чебрец. Да, ребят, вот он, чебрец. Офигенный свежий чебрец. Сколько он стоит? 1,29. Нет, 1,29 это не бич закупка уже. Чебреца и в России потом попьем. Так, огурчики нужны нам. Маленькие огурцы 1,49. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 огурцов. Не, куда нам? Дороговато, дороговато. Так. Нет. Нет. Лук. А, морковка надо. Морковка нужна. Морковка 100% нужна.
морковка по 0,89 за килограмм. А мытая в пачке за 1,49. Мы и такое не побрезгуем. Она тоже, в принципе, мытая. Так, ну тут морковки килограмма полтора точно. Что нам еще надо? Боулет вареная. Вот она, вареная у нас. Кукуруза испанская. Калампоки в рай ето. Уже читаю по-гречески. Так, друзья, нет, вот я нашел весы. Но на них просто взвешивать только для контроля. Чтобы удостовериться, взвесил. Потом, чтобы тебя типа на кассе не обсчитали. Нельзя нажать кнопку, чтобы тебе чек распечатался. Так, давайте игра такая небольшая. Вот смотрите, взял я морковки, да? Кто сколько думает здесь килограмм? Пол, килограмм, два, три, четыре. Я еще сам не взвешивал. Давайте узнаем. Смотрим. Все. Опа. Кило 904, 906. Короче, кило 906. Помидоры. Сколько помидор здесь, как думаете? Я думаю, здесь килограмма 2,5. 2,640. 2,640. Так, лук. Сколько думаете? 4 луковицы. Ну, я думаю, грамм 600-700. 614, ёпти, как в аптеке. Потато. 2 килограмма за 0,78. Это наша тема, это бич-закупка, ребят. Картоха, это наше все. Но мы перепроверим. Да, все верно, 2 килограмма. Это бич-закупка. Доверяй, но проверяй. Так, что бы нам еще взять? Ладно, пойдемте сыр посмотрим какой-нибудь. Яйца. 30 яиц, 3,50. Но я их на байке не довезу, просто расколочу все. Ребят, вот арбузы по 0,29. Но мне тоже арбуз везти нет смысла. Куда я вот такой вот арбузяку положу? Смотрите, вот кепка моя. Вот кепка. А вот арбуз. Представляете, какой он здоровенный? Просто нереально. Килограмм 12, наверное, вытянет. Нам нужны апельсины по промо-акции. Для бич-закупки. Ага, подорожали. А, нет, все нормально. Это оранж, апельсины. 1 килограмм 69 евроцентов. Да, вот оно. 2 килограмма. А тут была распродажа 3 килограмма. А, ну вот они, по 3 килограмма. За 1,90. 0,69. Ну это да, вот эти вот они, 0,69. А сколько стоит? Это зеленые яблоки, вот они. Так, вот это вот черешня, да? Вот она, черри. Угу. 6,49 черри. Дорого. Да, дорого, дорого. Так, апельсины подорожали немножко, но ничего страшного. А может взять два? А, это промоушен. 0,95. За 2 килограмма. Все, я разобрался. Это рыжий ценник. Получается, 2 килограмма вот этих апельсин стоит 1,38.
3 килограмма, вот он тех апельсин стоил 1,95. И сейчас они стоят 0,69 за 3 килограмма. Это просто супер бич закупка. 3 килограмма за 69 евроцентов. Ребят, такого не бывает. Это просто фантастика. Так, яблочки. 2 килограмма 1,76. Это, в принципе, нормально за 2 килограмма хороших зеленых яблок. Возьмем и яблоки тоже. Я не знаю, как я это все повезу. Ну, как-нибудь повезу. Что тут? Красные яблоки не хочу. Зеленый полезный яблок кушать. И вкусный, и полезно. Бананы. Бананы. Килограмм за рубль 15. Ну, бананы в Таиланде. Я наелся этих бананов. Опа, распродажа крема для загара. А я вот такой покупал, 50 защиты. Нормальная тема, у меня он еще есть. Так, пасты надо, посмотреть пасты. Посмотреть пасту, посмотреть... Что посмотреть? Пасту. Пасту не для зубов, ребята, а макароны по-русски. Это свекла вареная в банке. Сейчас пойдем пасту высматривать. Так, вот оно. Макароны. Рожки, ракушки. Да, паста Shells. Это ракушки. Shell ракушки. Shell ракушки. 0,55 за полкило. Возьмем, наверное, две таких. Две таких. Ну, какая-то цветная сумасшедшая. Бантиков взять. Что это за рис? Такого не знаю. Опа, спагетти комбо. Сумасшедшая акция, 0,89. Ребят, в общем, бич-закупка приняла новый оборот. Тут есть XXL размер за 0,89, кило 200. Вот его-то мы и возьмем. Возьмем его, одну вот такую, кило 200. И вот возьмем таких. Тоже 0,89. Ага, 0,89. Все. Кило 200. Это наша цена. Это наша цена. Так, итого. Две комбо. Плохо, что этих рожек нету. В сумасшедшем объеме. Мне вот эти рожки нравятся. Мне кажется, состав муки абсолютно одинаковый у них. Надо будет потом вникнуть. Будем такие макароны есть. Когда мы это получается скидываем. Это скидываем. Так, килограмм. 2 килограмма. Ну, нормально. Куда столько? И куда еще больше? Куда еще больше? Хватит, я думаю. Хватит. Но пока такая акция есть, возможно. Стоит принять решение и купить еще. А, подождите. Вот 1 кило стоит 0,89. Вот они, за килограмм. А это XXL. Что тут написано? 10 лепта, блядь. Лепта. А. 10 минут варить. Или 10% бесплатно.
А, cooking time, 10 лепта. 10 минут, да, лепта. Минута. А, да, 560 грамм. Я смотрю, тут миллилитры 500. Это миллилитров. 560 грамм. 500 миллилитров это 560 грамм. Берем. Берем. Что тут? Мастард, горчица. Нужна ли горчица нам? Макароны, интересно, вкусно с горчицей есть. Мне кажется, беспонтово. Надо с курицей их кушать. Так, что-нибудь сладенькое еще надо посмотреть. Сегодня конкретная прям бич-закупка. Конкретная бич-закупка. Щербет. Где щербет? Щербет. Пальчики. Дамские пальчики. Щербетские. Щербетские пальчики. По акции. Опа. 0,25. Ну, это крайне мало. Что тут смешить? Шоколадная паста. Что-то надо взять. Обязательно что-то надо взять. Рахат лукум. Что-то не зашел мне этот рахат лукум. Хлопушки на утро нет. Хлопушки на утро нет. Так. Ну что, что для бич-закупки пойдет? Такое самое дешманское. Чисто бич-закупка. Закупки. Вот печенье. Хуйня какая-то. Вахли, печенье в клеточку. Так, фингерс. Пальцы. Так, ладно, что-нибудь сейчас посмотрим другую еще. Все-таки как-никак бич-закупка. Надо на 20, максимум 25 евро купить крайне много. Подойдет для бич-закупки 100%. За 1,099. 10 сосичей. Посмотрим состав. Ингредиенты 87% свинкет. Свинина, блин. Где на английском? Ладно. 0,8-0,7. Нормально. Свинины 87%. Это уже хорошо. Не как у нас там 30% свинины. А остальное это вам, ребят, пожалуйста, соевый белок. Нате, кушайте на здоровье. Я думал, коньки тут продаются. Что-то какая-то растянутая бич-закупка, надо будет пообрезать лишнего. Либо нет, либо не обрезать, либо все как есть, смотрите. Ноги уже, ребят, отморозились стоять возле этого отдела. Уже невозможно. Надо что-то срочно выбирать. Так, где я дам сыр? Мой вкусный сыр. Вот. 2,49. 400 миллиграмм. Берем Эдамыч. Эдамыч берем. Софт-чиз. Софт-чиз нафиг. Мы софт-чиз возьмем у болгар.
Так, 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 так. Что тут еще можно? Из сыра что-нибудь, из сыра может быть что-нибудь. Это творожная паста. А, это салат местный. Тут что-то мне он не зашел на вкус. Вот он тоже, этот салат. А, вот такой мне салат не зашел. Ветчина. Мартедаки. Так, ладно, все, надо собирать лавочку отсюда. А, Russian салат, ребят, один. Это оливье. Называют в Греции Russian салат оливье. 450 миллилитров баночка, 1,11. Да, кстати, оливье называют в Греции Russian салат. Так, может быть, яйца как-нибудь утащить? Не смогу. Разобью, не полезут вообще никуда. Так, чеддер. Чеддер. Чеддерс. Черная икра, ребят, черная икра по 1,79. Представляете? Но это не настоящая черная икра. Это крашеная сечка. Как это там, каша как называется. Это что такое? Фета. Нужна ли фета? Нужна ли фета? Фету у нас как-никак бич закупки. Сумасшедшая акция на орехи. 1,29. Однозначно брать. Однозначно брать. 0,5 килограмма. Бич закупка. Потом я уже, ребят, когда буду в байк все складывать, скажу точную цену, сколько вышло, и покажу, что конкретно купил еще детально. Так, молоко, молоко, молоко вдвойне вкуснее, если это Milky Way. Вот как реклама действует из 90-х. Так, все, надо отруливать. Надо отсюда отруливать. Что тут у нас? Мука для пиццы. Джюс. Джюс. Ага, ага, ага. Тут бытовая химия. Ну, в прошлом видео я по бытовой химии вам показывал. Правда, видео там все трясется. А это видео все длинное и нудное. Даже, наверное, не буду его загружать. Нахер оно надо. Так, я тут уже кругами. Уже тут кругами брожу, хожу. Ну что, друзья, можно считать, что бич-закупка прошла удачно. Так, картоха, 2 килограмма. Яблоки, 2 килограмма.
Да, 2 килограмма. Апельсины 3 килограмма. Как я это повезу, я не знаю. Апельсины 3 килограмма. Я сейчас в супермаркете видел из Comedy Woman девочку. Такая она, армянка. Высокая, с губками накачанными. Так, морковь. Сколько там было морковки? Кило 600, да, там, ребят? Кило 600. Хуй. Не закроется. Не закроется. Ладно. Лук, может, туда влезет. Ага, все. Лук влез. Помидор 2,5 килограмма. Еще взял капусты. Здоровенную. Тут килограмма на 2 вытянула. Ну, это вы все, в принципе, видели. А, вот сладость взял, вот эту вот еще. Мармеладный джем. Мармеладный джем, блядь. Короче, джем клубничный. 450 миллиграмм. Это утром в кашу добавлять. Сумасшедшие вот эти вот комбо. Так. Сосиски. Эдам, сыр, типа маздама, 400 миллиграмм. Кетчуп, пол-литра. Орехи, полкилограмма. Хотя арахис — это не орех, это боб. Но все его называют орехом. И что же по цене у нас вышло, друзья? Как вы думаете? В принципе, для Европы, как бы для Европы, да, для Кипра это недорого. На 20,08. 20 евро и 8 евроцентов. Короче, 20 евро ровно. На 20 евро ровненько. Вот такая у нас бич-закупка. Сейчас я найду эти. Оранж, оранж. Где у нас паста? Мармелады. Арахис. Да. 0,99 стоит килограмм 200, вот это вот. То есть, как цена за килограмм, так и за кило 200. Они в одной упаковке лежат. Это просто типа акция от завода-производителя. Когда вскрывают здоровенный ящик, там кто первый, кто успел, так говорится, тот и съел. Ну, вот такая бич-закупка, друзья. Впереди много интересных видео с Кипра. Буду обзоры пляжей делать, экскурсии, достопримечательностей, баров. Меня барных улиц попросили. И выгружу я это только, наверное, в конце августа, в сентябре. С интернетом у меня плохо. Снимаю вот сейчас, летом. Буду выкладывать в конце августа, в сентябре. Все, друзья, всем пока. До новых встреч. С вами был Сан Саныч Богомолов. Это Дневник Еврея. Жизнь в путешествии. Супермаркет Lidl. Не переключайтесь. Не переключились? Молодцы. Обязательно, друзья. Не забываем ставить лайки на видео, писать комментарии, нажимать кнопочку «Поделиться». Вот там есть кнопка на YouTube внизу «Поделиться». Нажмите «Поделиться» и вылезет меню «Поделиться в социальных сетях». Одноклассники, ВКонтакте, Facebook. Обязательно, пожалуйста, прошу вас, умоляю, друзья. Поделитесь моим видео, этим и другими видео в своих социальных сетях с друзьями. Чем больше будет подписчиков, тем больше будет интересных моментов. Видео. Все, друзья. А теперь пока.